приходом сентября на дорогах наступает горячая пора. В разы возрастает число самых маленьких и незащищенных участников дорожного движения. Дети возвратились с каникул и каждый день оказываются на проезжей части в роли пешехода или пассажира. В рамках традиционных профилактических мероприятий «Внимание, дети!» сотрудники ГИБДД провели круглый стол с основными перевозчиками нашего муниципалитета. Прежде всего, они напомнили, что помимо обязательного соблюдения правил дорожного движения, от водителя требуется и максимальный контроль дорожной ситуации. Пока погода теплая, они все отдыхают после учебы, выходные дни. Соответственно, на это нужно обращать большое внимание, чтобы в пределах учебных заведений обращать внимание, как детишки переходят, с кем они переходят, бегут они, не бегут, соответственно, притормаживать, даже если знаков там нету никаких. Число детских перевозок растет в геометрической прогрессии. Так, за 8 месяцев 2016 года их было совершено 250, а за тот же период текущего – около 1000, почти в 4 раза больше. Проводятся они в строгом соответствии с правилами. Первый шаг – уведомление о поездке. А к транспорту, на котором передвигаются юные пассажиры, есть ряд требований. На всех автобусах должны быть установлены на крыше либо над ней желтый либо оранжевый проблесковый маячок. Он должен быть виден на 360 градусов. Второй момент. Каждый автобус оснащается табличками «Внимание, дети!», которые располагаются у нас на передней части и на задней части автобуса. Участники встречи едины во мнении, что побороть проблему детского дорожно-транспортного травматизма можно только сообща. Помимо усилий инспекторов госавтоинспекции, перевозчиков, учителей школ и воспитателей детских садов, тут не обойтись без родителей. С малых лет мальчики и девочки должны знать азы дорожной грамоты. Очень важно, чтобы сами заказчики, родители, которые отправляют деток на перевозку, они проговаривали с ними. Потому что, как бы мы ни старались, конечно, все идет из семьи, да? То есть мы тут в тандеме должны с родителями, со школой, которая проводит тоже такие вот мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения. В ближайших планах сотрудников ГИБДД проведение профилактических акций в рамках мероприятий «Внимание, дети!» непосредственно в образовательных учреждениях.